12 августа 2023 год. Афоризм дня на сегодня такой. Вывод, заключение, злоключение. Звучит так. Не то досадно, что журавль в небе, а то, что синица постоянно в руку гадит. Написала 29 сентября 2010 года, 13 лет назад, этот весьма оптимистичный вывод. Афоризм сентенция. Ну, по-моему, неплохой, веселенький. Из рубрики «Немножко о себе». Как и тот пророческий. Мне до счастья рукой подать подайте, кто сколько может. Попросил я когда-то. И в 2014 году родные вооруженные силы Украины в составе 92-й бригады заперли меня в город счастья. Разве вы не этого просили? Ну ладно, на сегодня мне до счастья руку подать. Нет, мне не то досадно, что журавль в небе, а то, что синица постоянно в руку гадится.